Главное предложение только сегодняшнего дня. Каждая девочка в детстве мечтала о красивой кукле и обязательно смотрела и говорила: «Мама, я ее хочу», когда видела на витрине. Теперь девочки выросли и теперь сами похожи на кукол. Поэтому платье в стиле Baby Dolls сделает из вас ту самую куклу, которая хрупкая, нежная, но независимая, в руках достаточно смелого кавалера будет просто всегда ощущать себя в безопасности. Платье от бренда Catalina как раз-таки отражает эстетику нежнейшего гипюра, придающий невинность и страсть одновременно. При этом форма Baby Doll усиливает элегантность, кукольный образ и женственность. Вы будете максимально очарованы этим внешним видом платья, ну а окружающие будут просто полностью лежать штабелями. Данное платье представлено в эксклюзивных 5 оттенках, и, конечно же, в состав входит вискоза и хлопок, что обеспечивает тактильно приятные ощущения. Ни одна из вас не останется равнодушна ни от цены, ни от качества, ни исполнения платья. Данное предложение у нас с вами представлено в кипенно-белом цвете, который, кстати, стал лидером прошлого часа. И если за первую презентацию было продано свыше 600 предложений, то только 300 было подано на белый цвет. Также оттенок пудровый является вторым по лидерству. А это значит, что именно такие нежнейшие розы появятся на улицах нашей страны. Зеленый оттенок усиливает нежность, спокойствие, умиротворение. А если вы хотите более сложный оттенок, то выберите изумруд. Слегка разбеленный потон обеспечивает ему особого изыска. Белый цвет является самым популярным, ну и, конечно же, самым немарким. Королевским оттенком является классический темно-синий цвет. После образа, который вы видите на Людмиле, мне кажется, никто не останется равнодушным к синему цвету, и он, как минимум, тоже начнет лидировать. От 48 до 62 по груди, до 64 по бедрам забираем смело размер в размер. Для вас я делал замеры 54 размера, давайте с вами обсудим сантиметры. Зона предплечья увеличена от ГОСТа на 10 сантиметров, окружность составляет 60. Зона рукава именно выполнена в роли реглана, что обеспечивает дистанционно безопасную покупку для каждого типа фигуры. Эластичная резинка по воротнику растягивается на 120 сантиметров в окружности, позволяющая при любом типе фигуры надевать платье через голову либо через ноги. Платье имеет завышенную талию от плеча до талии 44 сантиметра, от талии до низа пола 72 сантиметра. Общая длина платья 1 метр. 1,50 м, 1,60 м и 1,70 м. Платье идет за колено. Дамы 1,80 м, 1,85 м, 1,90 м, 2 метра. Данное платье будет до середины коленной чашечки, поэтому платье является безопасным. 1999 рублей делим на 4 части, потому что платье можно носить все 4 сезона. Каждый выход в сезон 500 рублей. Мне кажется, это колоссальное именно удобство и комфорт. Нежный гипюр. В свое время гипюр был самым дорогостоящим материалом, его могли позволить только знать. А первым кружевной воротничок носил Ришелье. В данном случае для того, чтобы создать такой маленький аккуратный воротник, даме приходилось в течение 2 недель под лучиной выплетать красивый ажурный орнамент. Современные технологии позволяют делать километрами данное кружево, но при этом тоже особая технология. Бренд Доминика Дольче и Стефано Габбана молятся на кружево и придают каждому своем платье такие ажурные изделия. А вот ковровые дорожки просто пестрят гипюровыми платьями, потому что это всегда сексуально, эротично, запоминающе и, конечно же, женственно. Даже Хелли Миллер, обожающая носить классический костюм, часто для выбора на Оскар выбирает именно гипюр. Наша Наталья тоже не осталась равнодушной к этому платью и выбрала для себя классический темно-синий цвет. Разве он не прекрасен, настолько глубок, интересен и в то же время за счет правильно выбранного кружева и гипюра придает образу особой загадочности? У нас, например, с вами остаются отзывы в группе «Одноклассники». Надежда Панченко, Ростов, оставляет свой комментарий. Очень красивый рисунок на гипюре, выглядит эффектно. Надежда, я с вами очень полностью согласен, потому что здесь особый гипюр. У нас, кстати, такого еще не было. В основном это был цветочный принт, а здесь мозаичный. Мозаичный принт присущ многим религиозным конфессиям. В мусульманских мечетях изображение гипюра, итальянских католических церквях гипюр, славянских храмах тоже присутствуют такие округлые формы в виде вензелей. Данное изделие очень хорошо вписывается в многонациональность нашей страны, в ее яркость, а эта нежная геометричная форма
обеспечивают правильную рациональность, стабильность по фигуре. А за счет того, что это еще и объединяется с очень выверенным и правильным кроем, данное платье сидит ну просто идеально. Поэтому, когда вы смотрите на цену, вы понимаете, что цена — это мелочь. Ведь здесь у нас с вами качество, форма, продуманность платья просто на высоте. А цветовая гамма, которая отражает просто естественные природные ощущения и эмоции человека, как раз-таки дает возможности полностью погрузиться в эту эстетику. Ваше лето начнется просто замечательным. Сегодня вы сделаете более нежный такой скрытый образ. Завтра вы открываете одно или два плечика сразу. Можно платье фиксировать под ремешок, тем самым больше усиливать эстетику бэби-долла. Еще в 1952 году американским художником и режиссером Элио Казаном был снят фильм «Куколка», который с английского так и означает «baby doll». Его сыграла актриса Кэрри Бейкер, которая в одной из сцен вышла в платье подобной формы. И после этого в 1956 году платье «baby doll» раз и навсегда вошло в состав. Пудровый оттенок, красиво насыщенный зеленый, более сложный цвет у нас с вами изумруда. Кто-то выберет кипенно белый, а он закончится первый. Кстати, многие выбрали его как в качестве подвенечного платья. И классический темно-синий. Кстати, на темно-синем цвете красивое желтое золото с добавлением жемчуга, алмазов или бриллиантов будет смотреться еще более выгодно. На подиуме Ксения в 50-й размер вам демонстрирует белое платье, соединяя его с шляпой Меган, которую тоже сегодня можно заказать из нашего прямого эфира. Добавляйте туфельки, кеды, бейсболки, различные формы. То есть в зависимости от аксессуаров, каблука или плоского хода, данное изделие меняет свой силуэт. В осенний период это будет куртка. Это могут быть казаки, полуботинки, в зимний период плотные колготы, добавление теплых джемперов, кардиганов, жакетов из шерсти, также пальто, пуховика или шубы. То есть напомню, что данное изделие можно поделить смело на 4 части. Каждый выход в сезон будет стоить 500 рублей. Ну и, конечно же, никогда не останется никто равнодушным. А та знаменитая кукла, о которой вы мечтали или была в вашем гардеробе, сегодня вы станете той самой куклой. Только никому не позволяйте с собой играть. А вот вы можете, потому что кукла – это одна из самых таинственных предметов, которая всегда является олицетворением чего-то нежного и хрупкого. Сегодня вы – та самая хрупкая мадам, которая имеет сильный стержень и при этом создает воздушные, правильную ауру вокруг себя. Белый, изумрудный, темно-зеленый, темно-синий или пудровый цвет. Бренд «Каталина». Эстетика любви, качества, соединение Востока и европейского хладнокровия. Людмила, Ксения вам демонстрирует эту красоту. 1999 рублей.